Привет, друзья! Компания BMW только вчера представила крупное обновление для семейства 8 серии. А уже сегодня поступила информация, что в обозримом будущем 8 серия и все семейство M8 может прекратить свое существование. Об этом очень печальном известии сообщило австралийское издание Which Car. Журналистам удалось пообщаться с одним из представителей компании, пожелавшим сохранить свое имя в тайне, и он поведал много чего интересного. На фоне растущего интереса конечного потребителя к кроссоверам и лифтбекам, спрос на кабриолеты и купе такого класса стремительно падает вниз. Mercedes уже ощутил на себе результаты этих перемен, пустив под нож целое семейство кабриолетов и купе, в том числе и S-класс купе. Судя по всему, такая же участь ждет и BMW, и баварцы уже ощущают на себе изменения рынка. В компании хотят сократить количество купе и кабриолетов в линейке и акцентировать внимание на более прибыльных сегментах рынка. В связи с этим нового поколения 4 и 8 серии уже не будет. Им на замену придет одна модель, и речь идет о 6 серии. Другими словами, 4 и 8 серию похоронят, а их место займет новая шестерка, которую снова возродят. Тем самым немцы заменят две линейки одной и сократят расходы на производстве купе и кабриолетов. А что же будет с актуальной шестеркой GT? Вполне возможно, что ее снова переименуют в пятую серию и будут продавать как дополнение к линейке. Получается, что BMW возвращается к старому формату модельной гаммы. И здесь возникает вопрос, а зачем вообще нужно было хоронить шестую серию и возрождать восьмую? Ведь и так было ясно, что новую восьмерку ждет точно такая же участь. Новая шестая серия, по уверениям журналистов, убьет M8 и M4 и поступит в продажу в 2026 году. Правда, перед тем, как немцы уберут актуальную M4, модель в этом году получит специальную версию для трека с индексом CSL. Автомобиль будет приурочен к 50-летнему юбилею BMW M-подразделения и сможет похвастаться увеличенной отдачей и массивным аэродинамическим обвесом. Чтобы лучше визуализировать, как будет выглядеть автомобиль, я воспользуюсь рендером своих друзей из German Finds, где очень хорошо изображены все изменения, которые удалось заметить на тестовом прототипе. M4 CSL, кроме агрессивного обвеса, получит еще и массивный спойлер, а в придачу к нему увеличенную отдачу 3-литровой рядной шестерки до 550 сил. Вероятнее всего, модель будет выпускаться ограниченным тиражом и получит еще кое-какие визуальные атрибуты к празднованию юбилея, так что цена будет соответствующей. Друзья, также хочу напомнить, если вам нравится то, что я делаю, не стесняйтесь и подписывайтесь на канал.